Віктору лише 6 років, та він вже мріє стати чемпіоном. Розпочав грати в шахи ще у 5-річному віці. Та це й не дивно, бо вся родина маленького гравця захоплюється цим настільним видом спорту. Мені дуже подобаються шахмати. Мені подобається, що я можу думати, і що? Мені подобається, що там можна, що там можна довго грати в них. Класика, бліц. Я обожаю шахмати. Шахи – старовинна гра, якій понад 1500 років. Захоплюються нею у будь-якому віці. А от для дітей ця гра не просто розвага, а й інтелектуальний розвиток. Головне тут – прагнення до перемоги, не лише у змаганнях, а й над своїми слабкостями та емоціями. Іспитання, яке дитина проходить в виде пораження шахматного, вони поначалу даються дуже болезненно дітям, але, тим не менше, дитина привикає до того і вміє переносити пораження, і стремиться далі к побідам, щоб доказати те, що він вміє робити. Тому от в такому от юному віці діти починають займатися і вже такі серйозні взрослі навики обретають, якщо вчаться шахматам. Миколаївська шахова школа має свою давню історію. Майже 20 років тут у стінах шахового клубу загартовують майбутніх призерів та переможців України. Як же швидко осягнути ази цього непростого виду спорту та в майбутньому стати чемпіоном в інтелектуальних змаганнях? Прежде всего, это должна быть увлекательная игра. Не стоит ежедневно перегружать ребенка, наверное, если это начинающий ребенок и маленький, в возрасте 4-5 лет, то это достаточно полчаса, 45 минут занятий в день. Я родителям бы советовал просто поиграть, рассказать о свойствах фигур, о том, как прыгает конь, куда бежит слон, зачем нужна ладья и в кого превращается пешка, если доходит до края доски. Отже, щоб почати грати в шахи, треба знати правила та докласти чимало зусиль. Отож, друзі, повертаємося до студії, як і обіцяли. Сьогодні, напередодні 1 вересня, у вас, дорогі батьки, є можливість визначитися, яку ж секцію для своєї дитини обирати, який гурток. Сьогодні поговоримо про шахи. Як привчити дитину до цієї гри, розкаже наш шанковий гість. Радий представити нашого гостя, віце-президент з Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горошченко. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. І так, дійсно, увиділи вже в сюжеті, що потрібно привчати з самого дитинства. Для мене це завжди лично була велика проблема – навчитися все-таки шахматам. До сьогоднішнього дня, к сожалению, не вмію грати. Скільки разів мені об'ясняли, вроді би все доходить, але потім якось воно не виходить. Але якщо говоримо о дітях, з якого віку чаще всього приводять дітей, щоб вже вони займалися? Ну, чаще всего приводят детей 6-летнего возраста, то есть 6-7 лет, когда ребенок идет в первый класс. То есть для него и новое что-то, он идет в школу, вот как скоро наши дети, да, пойдут в первый класс. Так вот его и выбирают ему кружки, и он приходит тоже на шахматы. Но очень часто родители сами умеют играть в шахматы или приводят к тренеру в возрасте 4 лет. 5 лет. То есть даже уже с такого возраста можно... Безусловно, ребенок вполне способен понять азы, как ходят фигуры в возрасте 3 и 4 лет. Конечно, это такой юный возраст откладывает свой отпечаток, что здесь как-то по-особенному надо к ребенку относиться. И вот в сюжете у вас прозвучало, действительно нельзя много времени. То есть где-то 25 минут, даже вот полчаса. Этого достаточно, поиграли дома или с тренером. Тренер рассказал увлекательную какую-то историю. То есть это все в игровой форме должно происходить. И ребенок к 6-летнему возрасту, представьте себе, если он уже 2 года занимается. У нас дети уже такие есть, которые в 4 года, в 5 занимаются шахматами. Круто. Но сегодня хотелось бы еще поговорить о том моменте, который тоже прозвучал в сюжете, что готовите будущих чемпионов. Наверное, о них и стоит вспомнить, потому что эти люди представляют Николаевщину не только на всеукраинском уровне, но и на мировом. Я предлагаю сделать такой дайджест побед за лето, начиная с самых первых месяцев и заканчивая уже вот сейчас днями, которые несколько дней назад вот тоже была одна из побед. Но к ней уже попозже вернемся. Что было одним из первых, что запомнилось?
Лето – это жаркая шахматная пора, особенно для юных спортсменов. У них заканчивается учеба, и они могут себя всецело посвятить шахматам и использовать эти 3 месяца максимально. Я скажу, что июнь месяц у нас запомнился. Начало было это чемпионат Украины до 8 лет, там участвовали наши воспитанники. Чемпион области до 8 лет Мухаммед Назир, он перворазрядник, выполнил там первый разряд. Ему 7 лет, и он занял там 6-е место. Как бы не призовая тройка, но очень большая конкуренция в Украине. Украина очень шахматная страна, и здесь 6-е место на чемпионате страны – это достижение. В июне гремел Николаев Чес Фест. Николаев Чес Фест, который мы здесь проводили, крупнейший Open в Николаеве. Первое место в «Рапиде» и «Блице» занял чемпион Украины по «Рапиду» и «Блицу» среди мужчин Николай Бортник. Для тех, кто не знает, «Рапид» – это быстрые шахматы с контролем времени по 15-25 минут на партию, а «Блиц» – это молниеносная игра, здесь по 3 минуты каждому, плюс 2 секунды добавления, то есть очень быстро надо принимать решение. Вот Николай подтвердил свой высокий класс. Также Богдан Беловол в юношеских турнирах по «Рапиду» и «Блицу» выиграл эти турниры. Это тоже воспитанник Николаевской шахматной школы. Июль месяц запомнился тем, как Александр Бортник одержал 2 победы в Греции. Если я не вспомню, остров Иракос и такие там названия, да бог с ним. Самое главное, что победа, и победа да, за нашими. Александр Бортник, да, одержал 2 замечательные абсолютно победы. По-моему, еще в полиоходе. Вот. И поднял свой международный рейтинг. Сейчас у него он достиг уже планки и вошел в число 600-ников, так называемых. То есть 2600 у него международный рейтинг. А это большой успех для шахматиста. Это настоящий, серьезный профессионал. Для сравнения, у чемпиона мира сейчас Магнуса Карлсона рейтинг 2825. То есть 225 пунктов. Это очень сложно, это много еще. Но Александр... Если говорить об этих пунктах, как они достигаются и к чему они приравниваются каждый из пунктов? Это такая математическая формула математиком Элла разработана, и она годов 70-х введена. Она отображает практическую силу шахматиста достаточно точно. И вот эти вот пункты рейтинга, если вы зайдете в шахматный клуб, посмотрите, так, у этого рейтинг 2000, а у того 2600, то вы будете понимать, что, конечно, 2600 – это уже гроссмейстерского уровня шахматист. Идем дальше. Я смотрю, что тоже был еще международный турнир в Румынии. Международный турнир в Румынии, который выиграл наш сильнейший на сегодняшний день гроссмейстер Александр Зубов. Мне очень приятно, мы много с ним вместе, мы ровесники, играли в одних турнирах, и вот Александр радует победами, его рейтинг сегодня пока еще выше, чем у Александра Бортника, идет такая внутренняя конкуренция, кто уже между участниками, уже да? между нашими участниками. Да, Александр добыл победу, это было уже там 13 августа, и важно сказать, что он занял первое место, а играло 245 шахматистов в этом турнире, и в 9 партиях набрал 7,5 очков, ни одной не проиграл, и я смотрел партии очень высокого качества. Николай Бортник, брат Александра, добыл свою международную победу во Франции в турнире, в котором он играл. Тоже чистое первое место, он был и рейтинг фаворитом, но он подтвердил свой статус, свой высокий класс. И вот вчера закончился блиц-турнир на престижном мемориале Геллера в Одессе, и тоже Николай Бортник и там победил. Вот видите, даже... Самая вот, свежая победа сегодня уже вам я сообщаю. Надо сказать, что это ведущие наши шахматисты, а нас этим летом радовали еще наши воспитанники, дети. Я уже говорил о Богдане Беловоле и Мухаммеде Назире, но в Коростышеве Олеся Тихонова выиграла турнир Б, в Херсоне Ивана Мельченко выиграл. Все это перворазрядники, которые сегодня уже играют на хорошем всеукраинском уровне. В Пардубице состоялся самый популярный шахматный фестиваль, и там Анжелика Ломакина, которая в мае месяце стала второй в мире по рапиду среди девочек до 12 лет, она заняла 2-е место здесь тоже, то есть серебряная медаль среди девушек вот своего возраста в Чехии, в Пардубице, то есть достаточно... Высокий класс уже показывают. Высокий да, класс, уровня. И сейчас они вместе с Владиславом Ларкиным, нашим чемпионом Украины до
14 лет, вот 5 сентября отправляются на чемпионат Европы представлять честь нашей страны в своих возрастных категориях. Владислав Лархин, кстати, тоже в Греции вместе с Виталием Севуком, с Александром Бортиком в том турнире, где Александр занял первое место, Владислав занял первое место в категории до 14 лет. Все это и денежные премии, конечно, ребята получили, ну и самое главное, повысили свой класс. А последняя победа, о которой вы упомянули, это наши ребята стали чемпионами Украины до 12 лет в командном чемпионате Украины. Я хочу сказать, что мы все лето, делая анонсы какие-то и итоги, предоставляем николаевцам, соответственно, возможность узнать самые последние новости. Постоянно звучат в спортивных итогах, конечно же, шахматисты Николаева, которые побеждают на одном, на втором турнире. И это приятно, потому что показывает, что уровень школы подготовки тоже высок. Если мы говорим вот об учениках, да, ваших, с какого минимального возраста они начинают уже участвовать в соревнованиях? Если ребенок начинает с нуля, как говорится, заниматься шахматами, то, в принципе, через полгода он может уже участвовать в турнире, если это так решит тренер, что он уже готов, прежде всего, психологически, потому что в сюжете прозвучало, и действительно, это большая такая психологическая история, переносить поражение. Если на тренировках уже ребенок полный спектр, то есть умеет ставить мат, умеет проводить пешку, выигрывать фигуры, то почему бы нет, и надо набираться опыта, да? Почему бы нет, он начинает играть в турнирах. И так уже калейдоскопом идут эти все турниры, за турнир за турниром, турнир за турниром. И я хочу сказать, что даже родители, которые привели ребенка и вначале, ну, ничего особого о шахматах не знали, уже прекрасно ориентируются в дебютных вариантах. И с ними, так сказать, на эту тему интересно поговорить. То есть мой вариант, если я пропустил свой 5-6-летний возраст, остается только завести ребенка и потом научиться самому, да, шахматам? Без проблем, вы будете потом еще тренеру рассказывать, как и что нужно. Вот как раз если мы говорим о занятиях, как часто ребята посещают школу, и если вот сейчас, да, перед новым сезоном, когда можно записаться, как этот процесс происходит вот родителям, которые заинтересуются либо с видео в Ютубе, либо сейчас? Ну, тренировки обычно это либо 2, либо 3 тренировки в неделю, соответствующее там время, там час или полтора, в зависимости от возраста и подготовки ребенка. Записаться можно, ну, всем известный шахматный клуб на улице Фалеевской, который 25-летие в этом году празднует. Это одна из наших, сейчас модно говорить, локаций. Есть у нас шахматная школа братьев Бортников, как раз вот этих чемпионов, где работают мастера спорта, тренируют на улице Колодезной, Колодезная 3. В Корабельном районе, в центре социальных программ «Русал», тоже филиал шахматной школы Бортников. И в отдельных школах общеобразовательных, я даже, мы встречались с мэром, и мэр нам обещал, что все-таки введут программу «Шахматы в школах» в виде факультативов, так как это сделано во Львове, в Виннице, и так как это в этом году вводит вся Польша. Если мы ориентируемся где-то на Европу, то это вообще-то европейский тренд, что шахматы должны быть в школах в виде факультатива для желающих, для того, чтобы дети... Это очень хороший инструмент развивающий. Ну и наш сайт, если что-то кто-то не запомнил из того, что я сказал, наш сайт, достаточно набрать «Николаев шахматы» в интернете, и любой поисковик вам выдаст сайт Федерации шахмат Николаевской области, где будет полностью вся информация с тренерами и тому подобное. Так что, друзья, присоединяйтесь сами и вовлекайте в эту игру своих детей, тем более, что эта игра безопасная и еще и приносит, если на международных каких-то турнирах и всеукраинских, еще и денежные вознаграждения. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Желаем новых побед участникам вашего клуба. Пускай молодое поколение подрастает, ну и показывает мастер-класс выше и выше. Спасибо, играйте в шахматы.